сажен целемоника китайского вырастают в чрезвычайно полезный крупномер, который можно описать следующим образом. 1. Лиана, длина может достигать 15 метров, кора темно-коричневая. Стебель морщинистый, шелушащийся. Растение листопадное. 2. Листья эллиптической формы, темно-зеленые сверху и бледные снизу. Расположены очередно, имеют характерный лимонный запах. 3. Цветки разнополые. В начале цветения белого цвета, затем становятся розовыми. 4. Плоды, ягода красного цвета, небольшого размера и со специфическим вкусом. 5. Период созревания ягод начинается в сентябре и заканчивается с наступлением первых заморозков. Укоренять саженцы рекомендуется в местах, защищенных от прямого солнечного света, умеренно поливая. К химическому составу почвы китайский лимонник абсолютно неприхотлив. Лимонник китайский – это лианы высотой 1500 см. Цветет растение в месяц май, июнь. Аромат у цветов сильный, лист растения по форме эллиптический. Весной листва по цвету зеленая, летом листва зеленая, осенью листва желто-оранжевая. Его плоды созревают в месяц август. Окраска ягод ярко-красная. Вкус кислый, плоды можно потреблять на переработку. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт.